Так. Привет всем, с вами ваша Сила Бутерфлай, серебряная папочка. Начала делать видео, и то-то, другое, в общем, я никак не могу докончить, в итоге заново переделываю, третий раз уже. Сижу, благоухаю вот этим новым парфюмом 2024, Жан-Поль Готье, скандал Абсолю. Уже не буду больше переделывать, просто скажу, что всего три ноты в аромате, якобы. Потом у меня была такая догадка, что они специально не говорят ноты все, чтобы поддельщики не подделали этот парфюм, что правильно. И трое человек работало, то есть с каждого по ноте. Получается аккорд, если что. И вот это все в скандале абсолютно. На самом деле аромат намного богаче. Мне он показался каким-то орехово-шоколадным. На самом деле здесь тубероза древесный, белые цветы, фруктовый, сладкий, животный, пудровый, теплый, пряный и зеленый. То есть столько аккордов, да, и всего три ноты. Вот это как-то меня очень завораживает, если честно. Цена $116.49 за 2,7 унции, это 80 миллилитров. Скандал Абсолю. И скандал по Ом Абсолю. А что у меня здесь? Это у меня Жан-Поль Готье Ля Парфам. То есть этот я уже делала выпуск для мужчин. Такого сравнения у меня, к сожалению, не будет. Мужское и женское. И что говорят люди насчет этого дела? Лучшие новые ароматы с туберозой 23-24. Надо же. Туберозу я люблю и боюсь. Как бы так. Красивый парфюм мне очень напоминает Hypnotic Poison Dior. Но почти без ванили и немного больше кокоса. Но тогда, если нет ванили и кокоса, и без, то как он может напоминать Christian Dior, тем более Hypnotic Poison? Ну ладно. У каждого свое право. Я хочу так прокашляться и не хочу в клипе это делать. Как это сделать так, чтобы было незаметно и в то же время цивильно? Мне очень похож на Олимпия Пака Рабан. Вот да, вот все это дело, вот какое-то вот современное кино, которое забывается через 3 секунды. Абсолютно невнятный, хотя очень громкий. Как вот можно сказать, что музыка невнятная, в то же время громкая? Это какофония. Ну, это, наверное, про него. Хотя вроде так сходу и картинка красивая, и ножки сверху задрала, и все на месте. Ну, как бы, я не знаю. Думайте сами, решайте сами. Три человека работали над этим произведением искусства, господи. Они Айо, Дафне Бугей и Фабрис Пилигрин. Все такие известные на слуху, по крайней мере, парфюмеры. Но толку нету. Что вообще творится на небесах, как говорится, фрагрантики, скажу сейчас быстренько. Потому что 100 лет не читала, хочу быстренько охватить необъятное. Объять. Ладаны для правильного осеннего настроения. И там вот это вот, как чертово колесо, вот эти вот парфюмы. У нас их нету. Amberfall от Монсера. Свежий взгляд на популярный профиль. Монсера что-то очень активизировалась, я заметила. И у блогеров она на руках, и все жонглируют, но я не хочу. У меня этого нет и не надо. Rose Flamboyant от Versace. Ода вечной элегантности. Вот это я хочу, конечно. Значит, на черном флаконе, такой скошенный, золото, вот это лейбл версаческий, все дорого-богато, на фоне роз на черном. Но это же мое-мое. Я бы взяла. Далее. Новые ароматы. Там их просто мульон. Вот, например, такая бутылочка красивая, кстати, арабы. Называется Хаджай Перфумс. И называется Джо Хая Грин. Ну, такая уж красивая, какая-то витиеватая, вот такая интересная. Но, опять же, брать из-за бутылочки, я не успеваю все снашивать. Пусть это уже, как говорится, занимаются новые блогеры. Фанфарон Итальяна от State of Mind. Осенний кофе с ромом в уютном кафе. Ну вот это интересно, конечно.
кофе с ромом, уютное кафе. Кто вот этого не хочет, скажите? У всех это оно есть, что ли? Прям каждый день? У меня, честно говоря, нет. Вот этого мне не хватает. А вам? Дусита, Пелагос, превращая землю в воду. Окей. Ну, земля, вода, все вот это уже было. Уже как бы немножко начинает надоедать. Хотя очень люблю ноту земли, ноту вот такого пыли придорожной, побитой дождем. Это мое. Но это когда началось? Это еще с зоологистов, с вот этого бат, который бет, вернее, как ее, летучая мышь. Ксержов представляет Тарина 24. Молодец. У меня ни одного ксержофа нету. Во-первых, они дорогие. Во-вторых, вот эти вот бутылки, некоторые обиты таким поролоном или таким бархатом, от которого скрипят зубы. Я только от одного осязания этого уже убегаю. Я не могу такое вообще в свой дом заносить. Так, зимняя сказка от Микалев. Иль это унюи. Окей. И там уже новогодняя тема. Фражиль, Жан-Поль Готье, запах парфюмерного магазина 2000-х. И там такая вот эта дива, поп-дива, или не поп-дива, а оперная дива, такая в бутылечке. У меня есть он. Причем в нескольких экземплярах. Ну вот это я почитаю. Это, конечно, кайф. Молодцы, сделали обзор. Опять же, сделала обзор. Вот это... Елена Прокофьева, которая навсегда делает что-то такое интересное по винтажам. Всегда читаю. Новый аромат Stangelove, New York City. A Fire Within. Ну, как-то так. Пернуар Кама. Пуру Шахртраха versus велосипед. Причем это на русском написано, между прочим. Русские буквы. Дальше. Амуаж Essences. На стыке традиций и инноваций. О, амуажи стали делать такие длинненькие бутылочки. И там аж три разных новых вида. Ну, как бы амуаж тоже я могу пройти мимо. Russian Niche Fest. То есть фестиваль русской ниши 16 ноября будет. Пройдет в Москве. Я бы тоже хотела сходить туда. Осенний Russian Niche Festival. Значит, 9 пройдет, он уже 9 фактически. Ой, что я говорю, 9. 11 это римские цифры, вот так вот, и единичка. Мимоз Лондон запускает линию мистов для волос. Классно. Каяли Буржуа Маршмеллоу. Ну, опять же, маршмеллоу. Вот эти вот, которые жарят на огне, и они такие вкусненькие получаются, как сахарная вата превращается, медленно превращается в какое-то такое действо. Дальше. Гайоза парфюме Рома. Чувственный цитрусовый гурманский аромат. Насколько потрясающий, что его готов носить даже Эмо Сноб. Ну да, окей. Это реклама уже, фактически все понятно. А кто такой Эмо Сноб? Объясните, пожалуйста, товарищи, почему Володька сбрил усы? У нас мало времени. Коллаборация Фугаци, Борно... Born to stand out. И все это одним словом. Вдвоем веселее. Окей. Jimmy Choo, Man Extreme сделали в красном таком флаконе что-то интересное. У Jimmy Choo бывает чудо века какое-нибудь хорошее. Comme un garde voyage. Танец света. Что-то тоже интересное. Там запаковали, как будто бы и Семьяки стайл. Такое вот все вот в этих... каких-то раффлс. Господи, мне лезет английский раффлс. То есть вот такие вот как бы складочки. Очарование ночи. Аромат 9 PM Rebel of None. Ну, опять же, это арабы делали что-то такое в 9 часов ночи. Маджори Imperial Vanilla. Ну, опять ваниль от Маджори. Sword и Honeymoon. Антуан Ле Коллекшн. И там такие два араба и один какой-то француз. И они сделали вот этот Honeymoon. Ну, Honeymoon – это медовый месяц, и Sword – это меч. То есть меч, говорю, этот самый. Меч. Не меч, как это?
Да, кто на нас с мечом придет, от меча и погибнет. Все правильно, sword. Дальше. Шалимар, мелисмы, жасмин. Значит, лето или зима. Вот этих мелизмов я еще ни одного у себя не завела в доме, как-то вот не пришлось. Джейсент, погружение. Сума, саке, гортензия. Окей. И там такой сумо-рестлинг такой в намеке. Я, честно говоря, не люблю сумо-рестлинг и не могу понять вообще историю вот это, вот эти два животастых деда, хотел сказать, мужчины борются на тотеме и на них смотрят. Далее. Ксерджов Нью Клю. Торт с помадкой из молочного шоколада, пропитанный имбирно-розовым сиропом. У вас в одном месте не слипнется от всего этого дела. Рождественская кампания 2025. Герлен Queen Bee Bottle. Ой, ну там вообще все в бриллиантах. Вот это уже Queen Bee, королева пчела. Вся в бриллиантах, вся полностью в бриллиантах. И такие лапки. Это, конечно, что-то, конечно. Реклама, вау. Наверное, стоит штука или 2 баксов, как минимум. А может быть, несколько тысяч. А может быть, даже за... стоимости кондоминиума, ну не знаю. Ут сапфир проверен временем, ателье Колон, надо же. Oriental Opulence, самый крепкий чай, State of Mind, окей. Экс Нихила, ирис Барселона, пудровый ирис с нежным пролине. Бин by Бин, Джеффри Бин, последний женский аромат бренда, надо же. Джеффри Бин, он еще женский создавал. Я вот кроме как мужского Джеффри Бина ничего не помню. А тут, говорят, последний. И такая современная картинка. Бутылек, ну, прям сейчас как будто бы. Версачи, Эрос, нажим, парфам. То есть Эросов теперь развелось, хоть, как говорится, как грязи. Кстати, с Версачи что-то происходит. По-моему, владелец меняется или что-то там внутри компании меняется. И, ну, в общем, поживем, увидим. Но пока вот они штампуют парфюмы как не в себя. Я имею в виду про моду сейчас. Лоренцо Пазалия. Exclusive Collection Dark Florum и Gasol Leather. Ну, окей. Дальше. Seven Minutes Hair какой-то. Седьмиминутный. Сливовый пломбир из детства. Ну, вот это хочется. И вроде как все, я отстрелялась. Единственное, вот эта бутылочка мне очень понравилась. Называется Белоруш Рифис Парфам. Прелесть просто. И там внутри как будто бы черные икринки. И он такой, тут бантик, сверху черная с золотым крышечка, и внизу икра лежит внутри жидкости, и бутылек просто прелесть. Ну, вот это, конечно, кайф. Написано, что цитрусовый, мускусный, розовый и так далее. И кто его создал? Стоит он, в принципе, не так уж и дорого. $118 за стольничек. И сколько? 47 за 50. Окей. А где его найти? Вот я бы такой хотела. А тут то же самое. 50 стоит 90 на сайте. Как-то так, но обзоров нету. Вот и все. Начала, как говорится, за здравие. Ну, надеюсь, за здравие и закончила, потому что наконец-то я создала видео про этот скандал, который абсолю. Я его могу положить в коробочку. И у меня, естественно, еще один должок остался, вот этот Blue Jasmine. Не знаю, создавать или не создавать. На этом я заканчиваю свой репортаж. С вами была Silva Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока, я полетела.